Сегодня мы на гонках, только гонщики, как на подбор, все лохматые и пушистые, потому что они собаки. Пусть победят самые лучшие, самые быстрые и самые сильные. На старт, внимание, марш! Собаки вот видите, переживают, хотят бежать уже. Они первый раз участвуют? Нет, они уже много раз участвовали, уже старые собаки. Этому 9 лет, этому 6. Ну, они уже опытные. Сейчас стартует дисциплина нарто-спринт 6 собак. В данном случае упряжка состоит из 5 собак. И это фиксируется, потому что на финиш должно прийти не меньше 5 собак. Дистанция 6,3 километра. Вся размечена знаками. То есть каюры знают, куда бежать. Собаки знают правила поворотов, команды поворотов. 5, 4, 3, 2, 1, старт! Животные, судя по всему, уже в боевой готовности. Волнуются, рычат и обгавкивают друг друга. Почти как люди перед соревнованиями. Как удержаться и не упасть? Это экстрим настоящий, да? Да, на самом деле, собачки молодцы. Пробежали сегодня просто очень круто, даже меня вымотали. Трасса 5 километров, хорошие условия для тренировки в самый раз. Сегодня у нас 91 участник, из них 40 деток. То есть у нас 50 на 50 в этом году разделилось. Каждым годом детей у нас все больше и больше, которые хотят участвовать. Но обычный бобрик с улицы участвовать не может, да? Бобрик с улицы может отлично себя проявить в ездовом спорте и бежать наравне со всеми, как в одной упряжке. У нас сейчас будет финишировать одна из таких упряжек, в составе которых есть обычная дворняжка. Причем она бежит в лидерах. Сколько ваших собак участвует в соревнованиях? В какой категории? Одна, всего одна. Но вы ждете, вот она сейчас должна прибежать на финиш, ждете, когда она прибежит, какое место займет, да? Да мы, в принципе, ее ждем, неважно, какое место она займет. Ваша собака прибежала среди первых, да? Да. Гордитесь ей? Очень. А за сколько прибежала? Вы не засекали по времени? 18 минут. Это, ну, считается... Ну, это норма, да. Да, учитывая, что мы вторые стартовали. А кто болел за собак? Это ваши собаки? Да, это наши собаки. Давай, Итоля, переживали за них? Очень. Конечно, они быстро пришли? Заезд. Вот да. Быстро пришли? Сколько у тебя секундомер, Анатолий? Они очень быстро пришли. За сколько? А, вон, дядя Дима, можно собачку? 15:40. 5, 4, 3, 2, 1, старт! Атмосфера здесь, конечно, хлеще, чем на Олимпийских играх. Люди переживают за своих питомцев, как за себя. Может быть, в следующий раз и я со своим бобриком поучаствую. Екатерина Лескова, Андрей Авдеев, Большой город. Парни, домой, 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 вулкан!